сегодня будем готовить хачапури по-аджарски. Для этого нам потребуется тесто, сыр, желательно адыгейский, который будем натирать на терке, и яйца. Натираем сыр на крупной терке. После того, как мы натрем, я его еще поминаю руками. Также можно немножко добавить обычного сыра, российского. Вот, например, как сделала я. У меня было в холодильнике немножко остатка российского сыра, и я его смешала вместе с адыгейским. Хорошенько нужно все смешивать. Солить не надо. Отделяем жидкие отрывки. Белки я добавлю в данную смесь с сыром, а желтки нам нужны для украшения самого хачапури. Я буду готовить 3-4. Для этого я разделила тесто на 3 части. Буду формировать из них сейчас лодочки. По краям выкладываем тонким слоем сыр. Выложили. Теперь нам нужно это все закатать вот в такой бортик с каждого края. Бортики мы сделали. Кончики обязательно закрутить. Середину также выкладываем сыр. Сыр не жалейте. Чем больше сыра, тем вкуснее сами хачапури получится. Вот. Вот такая форма у нас получается. Накладываем на противень. Обязательно противень мы прикрываем пергаментной бумагой. И ставим в духовку на минут 30-40 при температуре 180-200 градусов. Минут через 15-20 достаем из духовки наш хачапури. Делаем небольшую ломку. Кладем сюда один желток. И опять ставим на минут 15 духовку. Вот мы достали нашу лодочку. Кладем масло, даем постоять минуты 2-3, и можно кушать.